Глава государства планирует привиться казахстанской вакциной. По данным Международного информационного агентства «Казинформ», об этом Касым-Жомарт Токаев заявил во время расширенного заседания правительства. Президент страны ждет итог тестирования отечественной вакцины и надеется на хороший результат. Он также отметил, что для ее использования в регионах должны быть созданы все необходимые условия. Анализ подготовительных работ выявил недостающий объем холодильного оборудования для хранения вакцины. Наиболее сложная ситуация складывается в Западно-Казахстанской области, Мангыстауской и Туркестанской областях.